Дорогие друзья, вам известны некоторые православные молитвы. Сегодня мы с вами услышим, как эти молитвы звучат на немецком языке. По-новому зазвучат знакомые слова. Мы также познакомимся и с новой лексикой. Итак, перед началом всякого дела... Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, иже везде сый и вся исполняй. Сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселись вны, и очисти на от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Трёстен, утешать, der Hort, сокровище, клад, spenden, подавать, дарить, die Befleckung, осквернение, позор, грязь, gütig, благой. Himmlischer König, du Tröster, du Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles erfüllest. Du Hort der Güter und Spender des Lebens, komm und nimm Wohnung in uns und reinige uns von jeder Befleckung und errette gütiger unsere Seelen. Русские имена Олег, Ольга, германского происхождения. Они восходят к общегерманскому слову «Heilage». В современном немецком языке ему соответствует слово «Heilig» – «Святой». Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Der Wille geschieht, воля совершается. Vergeben etwas jemandem, прощать кому-либо что-либо. Schuldig sein, быть должным, быть в долгу. Die Versuchung, искушение. Erlösen, спасать. Vater unser, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших. Ты, Jungfrau, Дева, begnaden, щедро наделять, gebenedeite, благословенная, der Leib, чрево, утроба. Jungfrau, gegrüßet seist du, Maria, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Denn du hast den Erlöser unserer Seelen geboren. Christus воскрес! Воистину воскрес! Christus ist auferstanden. In Wahrheit ist auferstanden. Слава Отцу и Сыну! И Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.